Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам многоразовые чехлы-дождевики французского бренда Tendance. Чехлы защищают обувь от влаги и грязи. Они сделаны из ПВХ, поливинилхлорида, искусственного полотна смешанного состава. В основе ткани лежит сеть из полимеров, нити которых крепко сплетены между собой. Сеть покрыта слоем из ПВХ и специального лака. Дождевики получаются плотные, эластичные и прочные. Они не рвутся, как обычный полиэтилен. Чехлы не пропускают воду и выдерживают температурные скачки. Вы будете готовы к любым погодным неожиданностям, будь то ливень или слякоть с заморозками. К тому же они защитят обувь от грязи. Надевать чехлы легко. Впереди есть длинная молния. Шнурки со стоперами помогут затянуть верхний край до нужного объема, чтобы внутрь не попадали капли дождя и мокрый снег. Подошва сделана из ПВХ толщиной 3 мм. Протектор обеспечит устойчивость на влажных поверхностях. Если вы планируете носить чехол-дождевик с босоножками, туфлями или лоферами, выбирайте его в размер вашей обуви. Если хотите защитить кроссовки, ботинки или полусапожки, выбирайте чехол на 1-2 размера больше, чем размер обуви. Выбор зависит от формы подошвы обуви. Если она широкая и объемная, чехол потребуется большего размера. Чехлы легкие и компактные. В сложенном виде они не больше пары сантиметров толщиной. Возьмите в привычку всегда носить их в сумке рядом с зонтом, особенно в весенний-осенний сезон. Гуляйте с собакой, добирайтесь до работы в дождь, путешествуйте, ходите по лесу и работайте на даче. С дождевиками Tendance ваша обувь и ноги всегда будут сухими. Наслаждайтесь комфортом и практичностью вместе с брендом Tendance.